Всем доброе утро. Меня зовут Сергей Багрий. Я менеджер аналитик официального партнера компании Альпари в городе Кишинев, Республика Молдова. Если меня хорошо слышно, хорошо видно, подтвердите, пожалуйста, одним плюсиком. Напомню, для того, чтобы вы смогли задавать мне вопросы в чате, вам необходимо будет войти в личный кабинет. А в случае, если у вас нет личного кабинета, вам необходимо будет пройти регистрацию на сайте alpari.ru, благодаря которой вы получите ряд преимуществ и полный доступ ко всем сервисам компании Альпари. Тема нашего семинара – ежедневные торговые идеи секретом ежедневной торговли. Сегодня мы с вами рассмотрим основные валютные пары, мы с вами рассмотрим вчерашние торги, ну и, конечно, мы с вами поговорим о актуальных торговых идеях и о том, в каком направлении нам с вами сегодня нужно будет торговать. Итак, вижу реакцию, вижу ваших плюсиков. Ну что ж, думаю, пора начинать. Приступим. Как обычно, обзор начнем с валютной пары евро-доллар. Этим самым попрошу открыть график валютной пары евро-доллар с таймфреймом 1 час. На моем графике вы видите главный уровень, выделен красным цветом, расположен по цене 1.06573. Благодаря этому уровню мы с вами четко понимаем, в какой зоне ведутся торги, в какой зоне нам с вами следовало торговать и когда нам с вами нужно было воздержаться от торгов. Если среди вас есть начинающие или те, кто впервые попал на мой семинар, хочу обратить ваше внимание на то, что благодаря этому уровню мы с вами определили зону покупок и зону продаж. Все, что выше главного уровня, это зона покупок, и все, что ниже этого уровня, это зона продаж. Также хочу обратить ваше внимание, насколько все-таки этот уровень важен. Не только для тех, кто торгует внутри дня, но и даже для тех, кто торгует на более долгий срок. В последние три дня валютная пара никак не смогла преодолеть этот барьер. Этот уровень никак не был преодолен, хотя были попытки. В день 12 декабря быки были близки к тому, чтобы преодолеть этот барьер. В день 13 декабря были попытки, но опять же быкам не удалось ничего. И вот вчера также весь день быки попытались преодолеть этот барьер, но опять же им ничего не вышло. Более того, вчера, проводя анализ, мы с вами говорили о том, что учитывая то, что торги ведутся в зону продаж, и то, что мы с вами спешить не будем, я рекомендовал рассмотреть одни лишь продажи, но только после преодоления уровня дня, только после преодоления уровня, который был расположен по цене 1.06241, это цена закрытия предыдущего дня. И обратите внимание на то, что весь день валютная пара в основном торговалась с повышением выше уровня дня, но ниже главного уровня. То есть мы с вами понимали то, что тренд все еще остается медвежьим, но открыть ордера на продажу мы с вами должны были только при преодолении уровня 1.06241. Ну и вчера вечером, после того, как этот уровень был преодолен, как видите, движение вниз продолжилось. И мой прогноз оказался верным. Вчера, конечно, были процентные ставки, но тем не менее, на фоне этих событий и на основе теханализа, на основе данного метода, нам с вами удалось определить верное направление движения цены. И те, конечно, которые выставляли отложенные ордера на продажу, в итоге рынок наградил профитом и еще каким. Стоп-лосс нужно было выставить за максимум вчерашнего дня. Размер стоп-лосса примерно около 60 пунктов. Но в итоге, как видите, заработать удалось как минимум в два раза больше, 120 пунктов. И это, конечно, еще не предел. То, что касается сегодняшнего дня, торги также ведутся в зону продаж. Главный уровень остается уровень, расположенный по цене 1.06573. Сегодня мы с вами также будем продавать, но для этого нам с вами опять же необходимо дождаться бычьего импульса, необходимо дождаться сигнала со стороны быков. Очень редко, когда
В один день торги ведутся только в одном направлении. Нам с вами необходимо дождаться преодоления уровня дня. Мы хотим увидеть реакцию быков, готовы ли они сменить направление рынка, готовы ли они развернуться. Если, конечно, этого не случится, то тогда мы с вами получим подтверждающий сигнал о том, что можно войти в рынок и продолжать торговать по тренду, то есть по медвежьему тренду. Итак, уровень сегодняшнего дня расположен по цене 1.05332. Это закрытие вчерашнего дня. Во время азиатской сессии валютная пара торговалась с понижением ниже уровня дня. Ну что ж, будем ждать бычьего импульса, будем ждать преодоления уровня дня. И вот только при развороте можно будет опять же попытаться открыть ордер на продажу, как это было и вчера. Да? Вчера мы с вами понимали то, что торги ведутся в зону продаж. Мы с вами вчера ждали сигнала со стороны быков. Вчера, как видите, быки, конечно, дали о себе знать неоднократно, но тем не менее все-таки мы с вами так и не получили подтверждающий сигнал о том, что они готовы к переменам. И при развороте, при возврате цены в зону продажи мы с вами должны были открыть ордер на продажу. Еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что благодаря этим уровням вы четко понимаете, где находится зона покупок, где находится зона продаж. Вы понимаете, где вам стоит торговать и где вам стоит воздержаться от торгов. Благодаря этому вы получаете некий фильтр и не получаете ряд стоп-лоссов. Как это было, если бы вы торговали по другим торговым стратегиям. Я почти уверен, что те, которые торгуют по другим торговым стратегиям, вчера в 11.00 после вот этого снижения многие предположили то, что евро продолжит движение вниз, но опять же не тут-то было. Валютная пара развернулась и еще некоторое время торговалась с повышением. Поэтому если вы будете применять эти уровни, вы будете четко понимать, где вам стоит торговать, где вам стоит воздержаться от торгов. Этим самым вы добьетесь желаемых результатов. То, что касается валютной пары британский фунт, доллар США. Ну что ж, по крайней мере, я в первой половине вчерашнего дня, даже до ФРС, мой прогноз оказался верным. В начале вчерашнего дня мы с вами понимали то, что торги ведутся в зону покупок. Главный уровень расположен по цене 1.25915. Мы с вами вчера ждали медвежьего импульса. Вот он, медвежий импульс. Состоит из двух подряд медвежьих свечей. И вот только при возврате цены в зону покупок после медвежьего импульса мы с вами получили возможность открыть ордер на покупку. Вот как раз здесь нам с вами и нужно было покупать. При преодолении уровня 1.26559 нам с вами нужно было покупать. Стоп-лосс минимальный, примерно около 35-40 пунктов. Я всегда, но опять же, если, минуту, давайте проверим, около 35 пунктов, ну и рост был на 55 пунктов, если взять именно в расчет цену открытия в 10.00. В принципе, то, что касается открытия сделок, есть два варианта. Либо открывается ордер сразу же после того, как цена вернулась в нужной нам зоне, либо мы с вами выставляем отложенный ордер и ждем касания уровня дня. Если после того, как цена вернулась в нужной нам зоне и расстояние между текущей ценой и уровнем дня не больше 10 пунктов, можно открыть ордер вручную, не дожидаясь касания уровня дня. Вчера как раз было и 10 пунктов. Так что открыть ордер на бай можно было со стоп-лоссом примерно 35-40 пунктов. Но заработать в два раза больше нам с вами не удалось. Так что при развороте нам с вами нужно было фиксировать нулевой результат. В данном случае также я использую выставление стоп-лоссов без убыток. Как
валютная пара преодолела размер стоп-лосса, сразу выставляем в избыток, так что даже если валютная пара развернется, мы с вами сумеем выйти с рынка с нулевым результатом. Ну а то, что касается сегодняшнего дня, сегодня мы уже с вами находимся в зоне продаж. Сегодня мы рассмотрим одни лишь продажи. Но опять же, для этого мы с вами дождаться сигнала со стороны быков. Будем ждать бычьего импульса выше уровня дня. Выше уровня 1.25574. И только после бычьего импульса, если, конечно, цена все еще вернется в зону продажи, мы с вами получим возможность открыть ордер на продажу. Итак, три основных правила. Это определение главного уровня, благодаря которому мы с вами понимаем, в какой зоне находимся, в зону покупок или в зону продаж, понимая, в каком направлении будем торговать. Во-вторых, нам с вами необходимо определить уровень дня. Это цена закрытия предыдущего дня. Этот уровень является актуальным только для тех трейдеров, которые торгуют внутри дня. Ну и в-третьих, после того, как мы с вами получаем подтверждающий сигнал со стороны тех, кто торгует против тренда, то, что они не готовы к переменам, ждем возврата цены в нужной нам зоне и продолжаем торговать по тренду. Сегодня, опять же, будем ждать бычьего сигнала, бычьего импульса выше уровня дня. Если этого случится, будем ждать разворота в зону продаж, и только тогда можно будет рассмотреть продажи. Торопиться не стоит. Как я вам говорил, очень редко, когда торговля в течение дня ведется только в одном направлении. Очень часто уровень дня достигается в течение одного дня по 2-3-4 раза. Так что будем ждать сперва сигнала, и только после чего можно будет рассмотреть открытие ордеров по тренду. То, что касается валютной пары доллар США, швейцарский франк, вчера мы с вами также находились в зоне покупок, все еще продолжаем находиться в зоне покупок. Я вчера рекомендовал рассмотреть покупки, ну и, как видите, мой прогноз оказался верным. Вчера уровень дня был расположен по цене 1.0118. Вчера мы с вами сперва ждали медвежьего сигнала ниже уровня дня. Медвежий импульс как минимум состоит из двух медвежьих свечей. Такого было вот здесь. Несколько свечей подряд. Позже также медведи дали о себе знать. Но все-таки при возврате цены в зону покупок мы с вами получили возможность открыть ордер на покупку. И здесь как раз на фоне вчерашних событий рост доллара продолжился, и те, кто выставляли отложенные ордера на бай, в итоге получили профит. Стоп-лосс минимальный за минимум вчерашнего дня, размер стоп-лосса примерно 50 пунктов. Ну и заработать 100 пунктов нам удалось, так что прибыль составила в два раза больше. Еще одно преимущество данной торговой стратегии в том, что вы не только понимаете, когда вам стоит торговать и когда вам стоит воздержаться от торгов, а то, что еще вы открываете сделку с профитом в два раза больше. Вы рискуете одним долларом для того, чтобы заработать 2 доллара. Даже если и на конец месяца то, что у меня не было, у вас будут одинаковое количество сделок по стоп-лоссу и тейк-профиту, в любом случае у вас будет положительный результат. Почему? Потому что тейк-профит всегда выставляется в два раза больше, чем размер стоп-лосса. Сегодня также будем ждать продолжения тренда, будем ждать рост доллара по отношению к швейцарскому франку, но сперва, опять же, нам с вами необходимо дождаться сигнала со стороны тех, кто торгует против тренда. В любой момент тренд может развернуться, поэтому мы с вами сперва сегодня дождемся медвежьего сигнала, медвежьего импульса ниже уровня дня, и только при возврате цены вновь в зону покупок мы с вами получим возможность открыть ордер на покупку по тренду. 1.02.001. Уровень дня. Закрытие дня. Нина пишет, не поняла по швейцарцу. Белая же не закрылась выше, чтобы зайти. Да, Нина, совершенно верно. Белая свеча не закрылась выше,
чтобы войти. Но опять же, я говорю о том, что мой прогноз оказался верным. Вчера были важные события, поэтому если бы вы вчера ждали закрытия свечи, то, конечно, вы бы не сумели открыть ордер на покупку, потому что здесь открыть ордер на покупку с таким большим стоп-лоссом не было смысла. Я говорю о том, что благодаря этим уровням вы четко понимали, в каком направлении вам стоило торговать. Если, конечно, среди вас были те, кто выставляли отложенные ордера на бай, не дожидаясь закрытия свечи, то в итоге, конечно, получили привлекательную прибыль. Нам, конечно, необходимо сперва дождаться закрытия свечи. Но, тем не менее, я предполагаю то, что вчера перед выходом новостей многие выставляли отложенные ордера. Ну и, конечно, если среди вас есть те, кто выставляли отложенные ордера именно на бай, то по моему прогнозу все сработало. Прогноз оказался верным и доллар продолжил укрепляться. Святослав пишет то, что вчера на новостях было очевидно, куда доллар рванет. Ну что ж, возможно да, возможно нет. Если вы говорите про то, что вам уже было очевидно, куда доллар пойдет после того, как были объявлены процентные ставки, то тогда да. А если вы говорите «до», то, конечно, я не совсем согласен. Далее, по валютной паре доллар США, японская иена. Здесь очень четко все сработало, как по книжке. Вчера, проводя анализ, я говорил о том, что мы с вами находимся в зоне покупок. Главный уровень расположен по цене 113.893. Мы с вами вчера должны были покупать, и покупать мы с вами должны были только в конце дня. Давайте я вам покажу, как нужно было торговать вчера и когда нужно было открыть ордер на покупку. Во-первых, обратите внимание на то, что уровень вчерашнего дня расположен по цене 115.178. Учитывая то, что мы с вами находились в зоне покупок, учитывая то, что мы с вами ожидали входа в рынок на бай, мы с вами сперва должны были дождаться сигнала со стороны медведей. Мы с вами должны были дождаться медвежьего импульса. Я напомню, медвежий импульс состоит из минимум двух свечей медвежьих. Вот три подряд медвежьи свечи, это медвежий импульс. И вот только вечером, при возврате цены в зону покупок, только вечером после того, как свеча белого цвета закрылась выше уровня дня, мы с вами получили возможность открыть ордер на покупку. Обратите внимание, мы с вами должны были открыть ордер со стоп-лоссом 80 пунктов. И заработать мы с вами смогли как минимум 160 пунктов. Этого было, так что мы с вами вчера сумели зафиксировать прибыль в два раза больше. 240 пунктов. Не было, не хватило пару пунктов. Ну что ж, если среди вас есть те, кто готовы дождаться роста доллара по отношению к японской иене на 240 пунктов, вы получите прибыль в 3 раза больше, чем размер стоп-лосса. Вот реальный пример вчерашних торгов, как нужно было торговать и как можно было открыть идеальную сделку. Пусть, конечно, в этот раз со стоп-лоссом не маленьким, но тем не менее. Далее, австралийский доллар, доллар США, валютная пара, которая также продолжает торговаться с понижением. Также обращаю ваше внимание на то, что несколько дней подряд быки пытались сменить направление рынка. И опять же, мой главный уровень, который выделен в данном случае зеленым цветом, оказался сильным уровнем сопротивления. Этим самым мы с вами поняли то, что нам с вами необходимо продавать и только продавать. Вероника пишет, как понять, что это зона покупок или продаж. Вероника, для того, чтобы понять, где зона покупок и где зона продаж, вы должны определить главный уровень
И все, что выше этого уровня, это зона покупок, все, что ниже этого уровня, это зона продаж. Ничего сложного. Если торги ведутся, если, скажем так, если день, если в начале дня торги ведутся ниже главного уровня, мы с вами находимся в зону продаж. Если в начале дня торги ведутся выше главного уровня, значит, мы с вами находимся в зону покупок. Всегда сравнивайте цену закрытия предыдущего дня с главным уровнем. Вот тогда вам и станет понятно, в какой зоне вы находитесь. Вчера, допустим, да, мы с вами находились в зоне продаж. Вчера при открытии дня мы с вами находились в зоне продаж. Торги велись ниже главного уровня. Более того, вчера мы с вами, понимая то, что будем продавать, необходимо было дождаться сперва бычьего импульса. Вот он, бычий импульс, как минимум из двух подряд бычьих свечей. И при развороте те, кто выставляли отложенный ордер на сел, на продажу, в итоге получили достаточно привлекательную прибыль. До этого, напомню, быки также попытались сменить направление рынка, но им это не удалось. Вероника пишет, как определяете главный уровень. Вероника, а вот как я определяю главный уровень? Вы сможете узнать об этом только на курсе «Торговля по шопам. Максимум доходности, минимум рисков». На днях я уже провел курс на тему «Торговля по шопам. Максимум доходности, минимум рисков». Те, кто были на этом курсе, узнали про этот маленький секрет. Ну и, как видите, все очень четко и прекрасно работает. В следующем месяце я, возможно, вновь проведу этот же курс, так что если среди вас есть те, кто хотят узнать про то, как я определяю главный уровень, как мне удается определить зону покупок и зону продаж, в следующем месяце у вас будет такая возможность. А пока что вы сможете следить ежедневно за моими семинарами, узнавая не только про главный уровень, но и про мои прогнозы и рекомендации. Так что не пропустите мои ежедневные семинары в 10:00 по Москве. Сегодня мы с вами также продолжим торговать по медвежьему тренду. Торги ведутся в зону продаж. Сегодня будем ждать бычьего импульса. Закрытие вчерашнего дня было по цене 0.74-0.30. Сегодня, несмотря на то, что во время азиатской сессии торги велись в зону выше уровня дня, пока что мы с вами так и не увидели бычьего импульса. Я напомню, бычий импульс состоит из минимум двух подряд бычьих свечей. Вот одна свеча, вот одна свеча и вот одна свеча. Пока что две подряд бычьи свечи мы с вами не видим. Вот до тех пор, пока мы с вами не увидим бычьего импульса, пока что мы с вами не увидим бычьего настроя, мы должны понимать, что быки не готовы к переменам. И вот только после возврата цены вновь в зону продаж мы с вами получим право торговать в нужном нам направлении, на sell. Далее, по валютной паре новозеландский доллар, доллар США, мы с вами вчера должны были остаться вне рынка. Вот вам еще один реальный пример, как благодаря тому, что вы, зная про зону покупок, про зону продаж, вы бы вчера остались вне рынка и не получили ни профита, но и не убытка. Главный уровень вчерашнего дня был расположен по цене 0.71981. Давайте я лучше сперва вам покажу и еще в очередной раз скажу про то, как мы с вами должны были открыть сделки 13 декабря и рассмотрим и вчерашний день. А то не все, конечно, были 13 декабря на семинаре и наверняка многие пропустили вот этот важный момент. В начале дня 13 декабря мы с вами находились в зоне покупок. Опять же, всегда сравнивайте цену закрытия предыдущего дня с главным уровнем. Мы с вами находились в зоне покупок, мы с вами
должны были торговать по бычьему тренду в направлении быков. Главный уровень, то есть уровень дня 13 декабря был расположен по цене 0.71878. В этот день мы с вами должны были дождаться медвежьего импульса. Вот медвежий импульс состоит из минимум двух подряд медвежьих свечей. Вот одна свеча черного цвета и вторая черного цвета. И вот только при возврате цены в зону покупок мы с вами должны были открыть ордер на бай. Обратите внимание, мы с вами должны были открыть ордер на бай с минимальным стоп-лоссом 20 пунктов. Я всегда округляю. Наша цель — заработать 40 пунктов, не меньше. 40 пунктов можно было заработать? В тот же день можно было заработать. А 60 пунктов, к сожалению, мы с вами так и не заработали. Так что в день 13 декабря мы с вами сумели бы заработать в два раза больше, 40 пунктов. То, что касается вчерашнего дня, уровень вчерашнего дня был расположен по цене 0.71981. Мы с вами, опять же, зная то, что торги ведутся в зону покупок, ожидали покупки, ожидали входа в рынок на бай. Но мы с вами вчера так и не увидели медвежьего импульса. Он, конечно, был, но только в конце дня. Вот здесь одна свеча черного цвета, вторая, третья. Но возврат цены в зону покупок так мы и не увидели. Этим самым мы с вами вчера должны были остаться вне рынка. Ничего не заработали, но и ничего не потеряли. Ну и то, что касается валютной пары доллар США, доллар канадец. Давайте посмотрим, как нам с вами нужно было вчера торговать. До этого, конечно, мы с вами должны были открыть ордер на продажу еще в день 13 декабря. Давайте мы с вами этот момент рассмотрим и рассмотрим и вчерашние торги. Так вот, обращаю ваше внимание на то, что в день 13 декабря мы с вами находились в зоне продаж, так как торги велись ниже главного уровня, он выделен зеленым цветом и расположен по цене 1.33561. В день 13 декабря мы с вами должны были дождаться бычьего импульса. Вот он, состоит из двух подряд бычьих свечей. И вот только при возврате цены в зону продаж мы с вами здесь должны были открыть ордер на продажу. Стоп-лосс, минимальный стоп-лосс, 30 пунктов, если округлить. Ну и с расчетом заработать 60 пунктов. 60 пунктов заработали? Нет, не заработали. Значит, при возврате цены мы с вами зафиксировали бы нулевой результат. Я еще раз напомню про то, что если валютная пара преодолела размер стоп-лосса, если вы выставили стоп-лосс в размере 30 пунктов, и вы уже имеете плюс 30 пунктов, стоп-лосс сразу же выставляем в безубыток. Если валютная пара развернется, мы с вами в итоге сумеем выйти с рынка с нулевым результатом. Но вчера мы с вами открыть ордер на продажу не получили возможность. Вчера я ждал, хотя давайте мы с вами глянем, нужно будет 1.31293, я даже увеличу график. Хотя продажи были вчера. Обратите внимание на то, что в начале вчерашнего дня сразу же был бычий импульс из трех подряд бычьих свечей. Вот одна бычья свеча, вот вторая и вот третья бычья свеча. И вот только при возврате цены в зону продаж, после того, как валютная пара вернулась в зону продаж, преодолевая уровень 1.31293, мы с вами получили возможность открыть ордер на продажу. Со стоп-лоссом примерно, опять же, 30 пунктов, и опять же нам с вами не удалось заработать 60 пунктов. Было 40 пунктов, и опять же мы с вами вчера были бы... оказались бы вне рынка в итоге, вышли бы с рынка с нулевым результатом. Вчера валютная пара развернулась, но опять же мы с вами ничего не потеряли и ничего не заработали. Обращаю ваше внимание на то, что сегодня, несмотря на то, что вчера на фоне событий в Америке доллар укрепился по отношению ко всем остальным валютам, по канадцу пока что
торги ведутся все еще в зону продаж. Поэтому сегодня я еще не удивлюсь, если мы с вами увидим снижение доллара по отношению к канадскому доллару. Уровень сегодняшнего дня расположен по цене 1.32759. Сегодня мы уже увидели бычий настрой. Вот, пожалуйста, три подряд бычьи свечи. Потом вот опять три подряд бычьи свечи. Ну что ж, мы уже видим настрой быков. Теперь нам с вами необходимо дождаться возврата цены в зону продаж. Если, конечно, в течение сегодняшнего дня уровень дня, он расположен по цене 1.32759, будет преодолен, то есть свеча закроется ниже этого уровня, вот только тогда мы с вами получим возможность открыть ордер на продажу по тренду. Пока что по тренду мы с вами торгуем по тренду, находя зона покупки, зона продаж. Этим самым мы с вами четко понимаем, когда стоит входить в рынок, а когда стоит воздержаться от торгов. Ну что ж, у меня на этом все. Я бы хотел убедиться в том, что никаких вопросов нет. Как обычно, жду реакцию, жду плюсиков. Если есть вопросы, пожалуйста, напишите об этом в чате. Или, если есть пожелания, также напишите об этом в чате. Нам, в принципе, уже нужно прощаться. Время вышло, но еще 1-2 минуты. Игорь пишет, можете евро еще показать, где главный уровень. Игорь, то, что касается евро-доллара, главный уровень расположен по цене 1.06573. Несколько дней подряд быки пытались преодолеть этот уровень, этот барьер, но им это не удалось. Если говорить о вчерашнем прогнозе, то мой прогноз оказался верным. Я вчера предполагал движение вниз по евро-доллару. Более того, все наши правила были соблюдены. Так что, если среди вас есть те, кто выставили отложенный ордер за пару секунд или за пару минут до выхода новостей в США, то, конечно, в итоге рынок наградил профитом. Сегодня также в ожидании продолжения тренда, но сперва мы с вами должны увидеть реакцию быков. Мы с вами сегодня будем ждать бычьего импульса выше уровня дня. И вот только после возврата цены в зону продаж можно вновь открыть ордер на продажу по тренду. Владимир пишет, почему уровень не по линии закрытия вчерашнего дня. Не понял вопрос, Владимир, о какой валютной паре идет речь? Татьяна, спасибо. Александр, спасибо. Ну что ж, я бы хотел увидеть ответа Владимира. Владимир задал вопрос, но опять же, мне непонятно, о какой валютной паре идет речь. Я еще раз попрошу все те, кто задают вопросы мне в чате, пожалуйста, напишите, о какой валютной паре идет речь. А то мне приходится гадать. Владимир, вы задали вопрос, уточните, пожалуйста, о какой валютной паре идет речь. Если о евро-долларе, то я не вижу нареканий. Вот, пожалуйста, закрытие вчерашнего дня 1.05332. Предыдущий у нас был канадец. Я понял. Почему? Потому что, обратите внимание, сегодня рынок открылся с гэпом вниз. Вот закрытие вчерашнего дня и вот открытие сегодняшнего дня. Я вам неоднократно говорил о том, что если рынок открывается с гэпом по тренду, то берем в расчет цену открытия дня. Вот главный уровень. Мы находимся в зоне продаж. То есть тренд все еще остается медвежьим. Этим самым, если рынок открывается с гэпом вниз, мы уже берем в расчет цену открытия. Об этом я говорил. Ну что ж, я так понимаю, вопросов больше нет. Будем прощаться. С вами, как обычно, был Сергей Багрий, менеджер-аналитик официального партнера компании «Альпари» в городе Кишинев, Республика Молдова. Всем желаю хорошего дня, удачи во всем, берегите себя, до скорой встречи, до свидания.